Ульяновская прошедшая ночь была полна сюрпризов. Так жители нового города остались без какой-либо воды. Где-то ее не было совсем, где-то был очень слабый напор. Всему виной авария на Архангельском водозаборе, где из строя вышел 600-миллиметровый водовод. Предварительной причиной порыва называют износ соединительной муфты. Сети были построены в 80-х годах, трубы успели поизноситься. На месте аварии работал глава города Александр Балдакин, управление гражданской защиты, сотрудники Ульяновского водоканала и Доремстроя. Водой нового города осуществляется от скважин. Их 21 штука. Сейчас в работе на данном этапе 15 скважин. Дебет составляет 1350 кубов. При максимальном должном дебете 2400 кубов. То есть нам не хватает ровно половина, чтобы обеспечить в полном объеме всех потребителей и абонентов. Полного отключения воды удалось избежать. Ночью заполняли накопительные резервуары, чтобы сохранить подачу воды при проведении работ. При этом роддом и больницы от воды отключены не были. На данный момент на месте порыва откачали воду, демонтировали муфту, подготовили трубы к повторной стыковке. Аварийная бригада на месте. Работает 10 человек и 4 техники на данный момент. На подходе еще дополнительная техника с материалами. Крановая техника, экскаваторная техника. Будем извлекать поврежденный участок трубы и монтировать новый участок. Сейчас весь жилой фонд и объекты социальной сферы обеспечены холодной водой. Также возобновляется подача горячей воды. Для этого дополнительно направили на ТЭЦ-2 более 250 кубометров воды в час. Продолжают работать школы и детские сады. По 11 адресам в новом городе организован подвоз технической воды. Анна Тищенко, Улправда ТВ.